В ходе кампании Навальный допускает массу технологических и политических ошибок. Он поссорился с сообществом кавказцев, оскорбил некоторые другие национальные группы. Сделал это давно, но не извинился сейчас. Он делает некоторые очевидные ошибки во время встреч с избирателями, якает, не говорит об общих интересах и общих действиях, концентрируется исключительно на проблеме коррупции. В общем, я думаю, что... Да, ну и недавно, конечно, когда он показал себя большим любителем компьютерных игр, два дня, так сказать, играл в компьютерную игру, забрав приставку, причем на приставке играл, забрав приставку у дочери и вызвав неудовольствие жены. Его эта ярость, страсть, с которой он говорил о компьютерных играх, показывает, что он вообще фриковый типа деятель. Я думаю, что тот электоральный потенциал, который он получил, выйдя из СИЗО, является максимумом. Мы сейчас будем наблюдать, уже, собственно, наблюдаем постепенное падение его электоральной поддержки. Я думаю, что в финале избирательной кампании на второе место постепенно выйдет Иван Мельников.